citar, mentre preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati. Понимаешь, если исходить из научной теории, что клитор — это недоразвитый член, то выходит так, что мошонка выросла на месте входа во влагалище. Понимаешь? Тогда получается так, что вагину надо макать яйца, а нихера не член. А член, он растет на одном уровне с клитором, который, по сути, является недоразвитым членом. В члене как раз есть дырка для, для клитора. А яйца нужно макать во влагалище. И тогда выходит так, что вот эта теория о том, что, блядь, девушка должна быть, понимаешь, ниже парня, это полное говно, потому что девушка должна быть выше парня, чтобы уметь нормально трахаться у стены. Хочешь?